Сегодня в селе Полковниково после капитального ремонта откроют дом семьи Титовых и проведут праздничные мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня рождения нашего земляка, второго космонавта планеты. В небольшом доме, где прошли детские и школьные годы Германа Титова, восстановили интерьер 50-х-60-х годов. В комнатах сохранены вещи, которые принадлежали семье. Например, сегодня там впервые зазвучит патефон Титовых, можно будет послушать их любимую музыку. Всех гостей будут угощать травяным чаем и пирогами.